Это Смоленск, один из старейших русских городов. Его памятники отражают богатейшую историю России, хранят культуру и загадки наших предков. Всего в 8 километрах от центра города находится популярная зона отдыха «Красный Бор». Почти 2 гектара вековых елей и сосен, благоустроенные озера, спортивные, культурные и исторические объекты. А настоящая жемчужина этих мест – санаторий «Красный Бор». Вот уже почти 50 лет здесь набираются сил и восстанавливают здоровье смоляне и гости земли Смоленской. Санаторий одновременно может принять 540 отдыхающих. К их услугам 5 спальных корпусов с благоустроенными современными номерами. В санатории есть номера как для людей, привыкших проводить свой отдых с максимальным комфортом, так и для тех, чьи финансовые возможности ограничены. Но вне зависимости от стоимости номера, все жилые комнаты отличаются продуманностью планировки, уютом и комфортом. Санаторий располагает современной лечебно-диагностической базой и уникальной водолечебницей. Вот лишь некоторые из наиболее популярных процедур. Герудотерапия – лечение медицинскими пиявками. Показаниями для данной процедуры является широкий спектр заболеваний, а именно проблемы с сосудами, лимфостаз, застойные явления органов и систем. В санатории разработан и с успехом применяется метод герудорефлексотерапии. А это кабинет грязелечения. Здесь используются сапропелевые грязи. Грязелечение очень эффективно при болезнях опорно-двигательного аппарата, остаточных явлениях травм, заболеваниях периферической нервной системы, органов дыхания, пищеварения, гинекологической и урологической патологии. Большой популярностью у отдыхающих пользуется сухая углекислая ванна. Она помогает людям, страдающим патологиями сердечно-сосудистой системы, улучшает работу сердца, снимает отеки и застойные явления, предупреждает возникновение варикоза. А эти отдыхающие наслаждаются уникальным микроклиматом соляной пещеры. Галотерапия способствует оздоровлению органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системы, укрепляет иммунитет. Также популярностью пользуются различные лечебные ванны, в том числе подводный душ, уникальная мини-сауна «Кедровая бочка», которые в сочетании с лимфодренажем дают потрясающий эффект в борьбе с целлюлитом, ожирением, венозной недостаточностью. В санатории имеется современный бассейн с каскадом и гидромассажем. Здесь высококвалифицированные специалисты проводят занятия акваэробикой, обучают плаванию. Важной частью лечебно-оздоровительного процесса является лечебное питание. Оно в зависимости от диеты может быть 5- или 6-разовым. Для приготовления и приема пищи в санатории имеется большая комфортная столовая. Меню разнообразное, сбалансированное, разработанное специалистом-диетологом. Подход к отдыхающим индивидуальный. В столовой имеются специальные залы для проведения праздничных мероприятий и банкетов, кафе, магазин. Также есть парикмахерская и пункт проката. Большое значение в санатории уделяется организации досуга отдыхающих. К их услугам – дом культуры с библиотекой, танцевальным и зрительным залом, спортивный зал, современный конференц-зал на 60 мест. В клубе регулярно проводятся концерты специально приглашенных артистов, массовые мероприятия, спортивные турниры, организуются экскурсии. В санатории регулярно проводятся акции по снижению цен. Но самое главное, в санатории царит благожелательная атмосфера, которая поможет вам получить положительные эмоции, заряд бодрости, укрепить здоровье и просто шикарно отдохнуть. Приезжайте.